Дорогие друзья, нахожусь на станции, на главной станции города Хамамацу. Она так и называется, Хамамацу Station. Здесь вот ездят поезда, синкансены. Только что вышел из магазина Big Camera, где продают различную электронику. Вот здесь вот растет такое дерево интересное, листьев нету. Вообще здесь, конечно, много различных шопинг-моллов. Значит, они буквально тут везде. Один из них называется Энтэцу. Правда, я все уже купил, все, что хотел, поэтому немножко погуляю и поеду уже в кампус университета Сидзуока. Вот смотрите, Хамамацу Стейшн, так и написано. Такие высотные здания вокруг здания Тэцу. А мне сейчас нужно найти место, где покушать. Здесь такой фонарь интересный. Люди поют, какой-то мужик стоит рядом со мной с какими-то синими глазами. Кто это такой, интересно? Тут же играет музыка. Барон какой-то. Куда деньги кладут? Интересно. Кто это такой? Так. Это, по всей видимости, вход в торговый комплекс. Он многоэтажный. Я думаю, что тут есть, наверное, место, где можно перекусить. Надо будет узнать, сейчас посмотреть. К сожалению, в японской провинции, как правило, все пишется на японском языке. Очень сложно найти что-то на английском. Вот. Это достаточно редкое явление, я бы сказал. Здесь очень много автомобилей. Но вообще, конечно, здесь вот автобус отходит отсюда. Не только по городу, но также едут в близлежащие провинции. В частности, в город Нагоя, куда я завтра собираюсь. Так, тут вот станция полиции, так называемый Кабан. Вот, поэтому лучше, наверное, не снимать